Приветствую всех! Вы на канале Aki Toys. И на полках магазинов начали появляться новые киндер-сюрпризы. Это у нас новый сезон, новая сборка. Попадается она вот в таких яйцах с медведем. Здесь у нас написано разнообразные игрушки внутри. Мишка. И у него в лапках, не пойму, может быть бочка с медом, может быть еще что-то. Может быть улей с пчелами. Не знаю, в общем, что-то у него в лапках здесь. И в этих яйцах попадается только сборка. Никакой основной серии нет. Поэтому учтите, кто будет брать, рассчитывайте только на сборку в этих яйцах. Так, продается она в Магнитах, в Пятерочках уже появилась. И, может быть, в других магазинах. Я просто не смотрела. Взяла палеточку на пробу. Вес я у всех яиц, все яйца уже взвесила. И наоборот, я у всех указала, у какого яйца какой вес. Чтобы не тратить время на весы. Так, яйца у нас от 17 сентября, вес 32,5. Так, давайте яйца уберем, чтобы не мешались. И будем смотреть, что же нам тут попадается. Яйцо абсолютно глухое. Так, здесь у нас человечек какой-то. Ай, у него, кстати, очень липкие руки. Нужно тянуть за руки в разные стороны. Ну, типа такое развлечение, как я поняла. Тянешь ручки, и они у него возвращаются в исходное положение. Так, что ли? Или нет, я, по-моему, наоборот сделала. Так, просто сейчас смотрю через камеру. Через камеру это не очень удобно. А, вот, все правильно. То есть, как поняла, им нужно тянуть руки. Но они очень тугие, кстати, твердые. Такая резина, и сложновато это делать. Но, видимо, может быть, мышцы качать, я не знаю, но очень туго они расходятся, вот, растягиваются. Ну, вот такой, в общем, человечек у нас. Ну, так себе. Ну, лично мое мнение, так себе. Уж у вас, я не знаю, может быть, вам понравится. Так, следующее. 33,3. Число у всех одинаковое. Так, смотрим, что у нас здесь. Немножко позвякивает. Попадается дракон в яйце. Это такие же у нас были динозавры в прошлом году, да, если собирали, помните, наверное. А здесь у нас теперь дракон. Точно такой же, в яйце. И его можно достать из яйца, положить в яйцо. Все такая прикольная игруха. То есть вот так вот у нас он. Вот так яйцо, так вот, оп, все, у нас он в яйце. Так вот выглядит игрушка. Прикольно, динозавр плюс этой сборки. Плюсую. Нравится динозавр. Точнее, дракон, это у нас динозавры были в прошлом. Это у нас дракон, прошу прощения. Так, 33,3, одинаковый вес, может быть, то же самое нам попадется. Тоже глухо, хотя этот вроде позвякивал. Так, здесь нам, не пойму, что это, как же я люблю машинки, просто обожаю. Так, у нас мотоцикл, так как он сначала на темную деталь тут насаживается. Так, а нет, вот так вот, очень какой-то тугой. Тугая сборка. Так. И спереди у нас, по-моему, вот так вот идет. Так, ну туговат. Вам, наверное, придется ребенку помочь это собрать. Так, собирается легко, но туго. И что у нас с ним делать? Просто катать. Катать пальцы. Тут у нас еще наклейка есть. Ну, без них мы никуда. Киндер у нас никуда без этих наклеек. И просто вот так ставить пальчики и катать его можно. Так, ну, это тоже к игрушкам так себе у меня пойдет. Так, дальше у нас. Дальше у нас идет 33,3. Что-то вес вообще одинаковый яиц. Не знаю, что же нам тут еще. Что-то звенит. Возможно, опять динозавр. О, этот дракон. Все время динозавра называю. Привычка с прошлого года осталась. Нет, здесь у нас попадается вертушечка.
Ну, что-то как-то, думаю, будет побольше интересных игрушек, если честно. Так, здесь у нас фламинго, такой потешный. Ну и обычный у нас крутилка идет. Мы вот так вот сюда насаживаем вот эти фрагменты, деталь точнее. Ну, знаете, ничего так крутится. Так, все, достаточно. Нет, крутится хорошо, тоже в плюс пойдет. Так, 33,4. Нет, 33,1 у меня тут, это единица. Так. Плотно набитая. Здесь попадается какое-то животное. И почему-то две инфочасти. Кому-то, видимо, не достанется. Ой, резиночки. Вот с резиночками, кстати, неудобно перед камерой собирать. Они, надо на них прям вблизи смотреть. То есть у нас здесь какая-то такая вот жабка. Ну, резиночку я, наверное, потом ее отдельно, да. Просто посмотрим, как она выглядит. Она типа должна у нас прыгать. Когда будет резинка, мы так будем нажимать на нее, вот, она будет прыгать у нас. Просто мне сейчас перед камерой неудобно натягивать эту резинку. Ну, принцип, я думаю, понятен. Ну, что-то средненькое такое. Так, дальше у нас яйцо 35,4. Очень тяжелое. Что же нам сюда положили? Такую же игрушку. Так, все, шоколад у меня тут посыпался. Тоже плотно набитое. Здесь у нас... Ух ты! Здесь у нас мальчик-дракон, вроде бы как. Тут у него крылья шикарные. Да, но я бумажные детали, как правило, не вставляю. Я все это кладу в мою папочку и не использую их. Ну, чтобы не помять и не испортить. Поэтому мы просто на картинке на них посмотрим, на эти крылья, но я их вставлять не буду. Так как у нас это все вот так, по-моему. Такой вот мальчик, у него сзади должны быть крылья вот эти. Тип мальчик-дракон. Такой относится к серии драконы. Так вот выглядит у нас крылья. Так, тоже к драконам у нас плюс идет. Серия мне нравится с драконами. Так, дальше идем. Дальше у нас яйцо 31,6. Немножко позвякивает чуть-чуть совсем. И очередная машинка. Вот здорово, если бы Kinder отказался от идеи машин. Что они, ну, далеко не всем интересны. В общем, обычная такая машинка. Я даже без вкладыша собрала. Ничего особенного, как я поняла, нас тут она не делает. В общем, только игрушкам так себе пойдет. Так, и идем дальше. И дальше у нас 32,1. Яйца немножко у меня подразмякли. В квартире очень тепло. Поэтому капсулу постучать не получится. Так, это у нас... Интересно. А, это какая-то машина опять. Так, ну давайте собирать. Как она у нас тут? Так, по-моему, вот так вот, да? Так. Так. И ее нужно смочить водой, как я поняла, наверное. В общем, такая вот машинка попалась. Ну, не шибко интересная, на мой взгляд. Тут липкая часть у нее, видимо, должна вот что-то вот так вот прилеплять к себе. Так, дальше у нас осталось 4 яйца. Шанс на что-то интересное, что нам может тут попасться. 34,2. Шоколад совсем мягкий стал.
глухое тоже все. Здесь нам попадается... О, попадается черепашка. Здоровская. Так. Вот у нас она, видимо, кормится рыбой и водорослями. Так. Смотрим на черепашку, как она выглядит с лицевой стороны. У каждого вкладыша индивидуальные. Все индивидуальные, нет одинаковых вкладышей. Так, и смотрим, как она собирается. Так, смотрим, смотрим. Так, и... Так, по-моему, вроде правильно. Ой, какая симпатяшка. И вот ей в ротик нужно вот это все. Так, давайте, типа, она кушает. Здорово, черепашка классная, мне нравится. Морская черепашка по имени Наташка. Так, 33,8 у нас это яйцо. Глухая капсула. И здесь, по-моему, дракон. Это у нас тоже дракон. Ледяной какой-то прям. Так, смотрим, как он у нас собирается. Если я правильно поняла, то вот как-то так. А, нет, я вверх ногами его держу. Вот так у нас собирается. И сбоку у нас идут крылышки. Так, и вот так вот у нас они. Вот вроде бы правильно, да? Так, и дальше что? А, типа их можно раскрывать и закрывать, как я поняла. Ух ты, смотрите. Мы его типа вот так вот у нас закрыт. И раз голова у него поднимается, когда мы открываем крылья. Прикольный дракон. Так, и осталось у нас два яйца. Следующее яйцо 35,4. Глухое. Это у нас повторка. Вот это у нас прошлый выпуск. У нас в прошлом году такие попадались. Это повторка. Поэтому ее собирать не будем. Так, здесь у нас 29,8. Что же у нас будет здесь? Что-то звенит. И здесь у нас дракон, но, к сожалению, просто такая вот шкатулочка. Не сам дракон. Вот это, кстати, мне меньше всего нравится. Просто обыкновенная шкатулка попалась. Вот так вот она выглядит. Ну, тоже так себе. Наклеечки разные. Все, ребят, вот такой у нас выпуск получился. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока. Улов немножко вот так вот вам покажу сегодня. Весь наш сегодня улов, что нам попалось. Так, понравились драконы, черепашка и мальчик с крыльями.